Костя, видел, да, что я тебе написал? Подбегайте сюда на ребро. Ну, а просто у нас так, такая ситуация, что есть, то особо и честь как-то. Понятно. Нечего выбирать. Тебе максимум процессор поменять, чуть помощнее поставить и нормуль. Так, смотрите, у кого там звания армейца нету, чтобы фласки брать, сейчас буду выставлять в третьей ячейке. Сопроты лучше хавать, да? Не. Не, на, пойду. А чё, там БКшный раздаешь? Ну да, на Геру всегда. Сопроты там Лана, Проф, Синдра, вот эти боссы. Так. Смотрите, у кого армейца там нету. Так, СПД выставляю. СПД там сидит, да? Хуя, воин только вылаживает, тут же улетает. Ну это кто знает, сейчас еще останется парочку, наверное. Так. На связи у тебя какие банки есть с собой? Любые. Какие надо? Ну, на танк у тебя какие там? На ХП? А, обычные на ХП 300. Ну, вот который сейчас я выпил. Сколько банок 1300. Можно взять? Одну? Ну, больше одной ты не возьмешь. Там по две банки лежит, одна связка. Две бери на рейд. Тебе две хватит. Спасибо, папаша. Обращайся. Ржа. Все, микровов. Тихо, пена. Такс. Ой, я релогаюсь. Блин, личный кабинет мозги ебет. Так, замену пока кикну, чтобы там спать они не ливнули. Сейчас поставлю рыбу. Ешьте рыбу. Так, шаманы, давай как поделимся, короче. Призан, давай щиток по войду. Зубраджин по на связи. Ну а Бидон по Лингрену. А чё, у друидов нету спеки хила? Не знаю. Так бы он призана заменить. Допустим, или Зубраджина. У него же тоже элем есть. И у Бидона, да, элем есть. Я бы от Хапала не отказался. Еще одного? Ну да. Так, пейте, мажьтесь. Каску киньте тоже по ДК. Сейчас холидринг зайдет, кинет. Там это... Лингрены на связи, не таунтите ничего босса. Ну конечно. Так, потом... Не забывайте, если вдруг... Ну, ханты давайте, что там? Триалтон давай вон там. Со стороны звезды стой. А этот новокин со стороны кружка. Только не обязательно в метках в этих, поближе немножко к боссу стойте, да, чтобы РДДшникам 50 километров не приходилось, ну, бежать за вами. Кстати, там Оджи зашел еще. А, вот Оджи надо бы взять. Только кого выкинуть? Нету. Кто меньше всего у нас дает ДПСа? Тут ДПС у всех 20-ка. Кого-то все равно выкинуть надо. Да вот же Зёма мой, кажется. Надо подумать, блять, ханта одного выкинуть.
Друида. Можно злобного выкинуть. Злобный, как думаешь? Хотя бы, чтоб леди убить без проблем. Ну там приора мало. А там посмотрим. Это самое. Вот если призана. Призан в шестом хиле будь. Злобного давай свичну. Будь в шестом хиле. А вот же я закину это к хилам. На ребре будь в шестом, чтобы это не проебались танки. Давай злобный это, ну. Не обессудь там, блять. Это, передохни немножко. Там дальше посмотрим. Сейчас леди ебанем. Дальше, если вдруг какой-то шмот надо. Ну, если приор будет, я по приору посмотрел. Вот, там. Я думаю, у тебя конкуренты есть там. Так, ну тут портал. У нас лока нет. Лока нету, надо выбежать с инста. Там есть портал Даваран в инсте. И надо, чтобы Оджи прилетел. Маски проебываем, блять. Это да, это бы хорошо. Так, злобный бока на замене. Ну, злобный вперед пойдет, чем Мэдфокс. Злобный побольше вроде дает. И... Ну, особо я их не рассматривал. Ну, Мэдфокс, мне кажется, побольше косячит, чем злобный. Если вдруг что-то, то злобного возьму. Что-то не захотел повесить сегодня. И мистери, кстати, нет, он хотел палку. Ну, да так-то можно, но, блядь. Будет лагать, будет хуёво. Что там у нас по бафам? Краска есть, лапки нету и крик на хп еще надо будет. Интересно, сколько хп будет. Надо синдру уже убивать, клык убивать оттуда. Глору, гер, блять, всю эту хуйню. Она почти не падает, глора. О, маги, дайте... Хавки, стол, пожалуйста. Спасибо. Так, еще раз рыба, вот же жри. Сейчас 5 секунд и проверка, я не буду начинать. Так, все готовы, дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну,
Не забывайте в слуш выходить, то это совсем позорно будет. Во время каста шипа шамчики обновляйте щит земли на танках. Вот во время этого каста. Сейчас вихрь будет, уже после вихря дадите геру. Тут что-то с полу забыли. Сейчас захилимся. Слуш, выходим и шипы в первую очередь. Нет кружка, а в кружке наоборот тут один должен стоять. Вот чтобы босс туда пошел, он не в рейд. А теперь звезду кто-то один. Телепортнитесь. Я выйду. И так по КД. Шипы сначала зауешьте. Про босса забываем, когда шипы появляются. Еще рывок остался один. Пиздец. Bone Spike Cast. Крикте на хп, что-то не вижу крика на хп. Бигдэм, ебани. Ага. На 3 косаря больше. Сразу чувствуется. Хан справа лучше. Два кина разбейте. Так. Ровист по бидону, бидон ставь тотем. Шалфир там на ману ебани, как-нибудь. Вадикон давай по шектору, ну пока хватит. Выходите, выходите, слушай, не вайпайтесь, блядь. Алло, сука, ну не стойте в лужах, вы чё, блядь, совсем не видите. Последний рывок. Так, и сейчас сюда пойдет. Выходите, служ, блядь. Ностальгия, ресер, виста. Справа на ханте ошиб. Рависта сразу захилить, захилить. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Слушай, выходим. Bone Spike Cast. Поближе к нам встанет тут он. Вадикон рависта еще раз. Равист даваки на лестнице. Зубраджин, ставь тотем, не люблю на ману. А, Зубраджин проебал уже. А, вот поставь. Все.
Чуваки, на захите. Ну чё за хуйня? На рейнс что-то с магов там, не знаю. Выйдите, постойте, или сова какая-то. Bone Storm cast. Bone Spike cast. Вадикон по призыну зальешь. Дал не зыбку. Шел это Равис, что-то дохнешь дохуя раз. Че у тебя лагает, я еще не могу понять. Добивайте там два ляма. Потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник... На связи у тебя этого аддона нет, тебе надо эти штаны? У меня Т4 стоят, не знаю. Если никому не надо, то можно. Так, ну ты их будешь одевать или как? Ну и сказал, у него Т4, он сам не знает еще. Не, ну это сейчас пока, может потом узнает. Ну я если грудак выбью, могу одеть. Если надо, отдай кому-нибудь. Нет, там никому не надо, за 10% берешь. Да, давай. Осколок. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже заберите. Так, сейчас мы разделимся. Значит, Лингрен на трэше. Ой, это не та хуйня. Не смотрите на это.
Так, Лингрен, значит, со стороны звезды. Так, на связи твои мобы, значит. Так, твой моб будет с ромбика один. И один с этой, с лестницы. С лестницы. Да. Вот, ну и примерно к кружку их подтягивай. Стараемся это поближе друг к другу мобов свести. Так, теперь кто в чё играет? Так, ну призван ВНХ. Так, в звезде играют. Значит, что там, 2 шипа, 2 роги по боссу. В звезде бьют. Так. Ну чё, 2 совы. 2 ханта, 2 мага. Бьете там. Звезда, так. Да? Да, со стороны звезды там 3 моба. Центрального моба, который из центрального окна выходит, приверженца, его в первую очередь зергайте. И потом остальных уже на остаточном явлении там захуяривайте. Мобы, которые в кружке играют милики, получается, кто там у нас? 2 ретрика. Биг дем. Кто еще? Не знаю, кота ставить на это или нет. 2 ДКшника. Кота лучше по боссу ставить игру. Ладно, кот пускай по боссу играет. Ну, 5 человек получается. 2 ДК, 2 пала и Биг Дэм. А, и Призен 6, нормально, более-менее. Если, это короче... С какой стороны? Я со стороны кружка ближнего моба к леди танчить центрального. Значит, смотрите, самое главное, контроль, значит, что, Вадикон все квадраты, Ревист все треугольники, ну, а Оджи, ты ставь там вихрь тоже, чтобы мог кидать, там макрос какой-то делай удобный, и все луны, эти полумесяцы контролишь, вот. Что-то хотел пиздануть, блять. Ну то, что на последней фазе духов не хлопать, это вы знаете. Первый босс я буду танчить Лингер на трэше. Мы на связи это агро набиваем на боссе. Ну первые на пулы, конечно, на войда. Ну и самое главное, смотрите, трэш убиваете. И это как босса переведем, сразу 3 моба выйдут, их сразу убиваем. Ну и все там дальше. Это. Просто играйте аккуратно. Контролите как в PvP. Ловушки там ставьте, диспельте. Так, проверка. Так, сейчас рыбу дам. Так, вот рыба. Если кто-то вздыхал. Так, все были готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Че это за хуйня, блядь? Что это за звук? Я в ахуе. Вы что? Ну, че это за залупа, блядь? Ностальгия хурика, пока выбеги ресни. Какая это взрывка стоит? Захиливайтесь. Моба, помогите добить. Вадикон на ее ресы. Трэш 5 секунд. Фулл баф помогает.
контролем. Шектора не разъебите. Быстрее по мобам. На связи ты, фанатика, чё проебываешь? Люди за хулидринком сейчас бежал. Подбиваем до двух лямов, до ляма. Бейте, бейте побольше, сейчас трэш выйдет. На ляме стопайте, на полтора. На связи, все, заберешь с меня этого фанатика. Забирай, пойду. Ну босс нахуй переводится уже, блять. Залупа ебаная, нахуй. Я, ну, заново, нахуй, ложитесь, я не буду даже бить это, блядь. Какая-то хуйня, нахуй. Кто долбит? Кто долбит босса? Доты обновляют вот эту всю хуйню. Кто долбит? Вы видите хп босса или вообще нахуй вам надо это, да? По связи, ну ты там будешь играть, нет? Да-да-да, у меня таунт, это я только там затаунтил, КД было. Хрюк, бей приверженцев в первую очередь, а не вот этих фанатиках, ну... И под, ну не крутись возле них, и видишь, я босса пошел забирать, ты, видать, от этого и сдох. Да, сначала магов убивать, и потом других. Какие РДД срывают? Ты с какой стороны вообще? Как РДД могут срывать там, где кружок? Я не понимаю. Может, вы что-то не дослушали, я вам объяснял, кто кого бьет. Какой РДД у тебя срывает? Мне объясни, с какой метки? Какой РДД? Какого моба? Тут два ханта стоят. Напуливают на Лингрена. Как можно сорвать тут, блядь? Я вообще не понимаю. В кружке милики играют. ШПшники, если видите, мобы долго живут, киньте туда какую-то залупу, доту какую-то, чтобы помогли быстрее умирали. Ты где бил сейчас, Хурюк? Я не понимаю, кто с тебя срывал? Ты мне объясни. Это Хурюк же в ДД, нет? Хурюк в ДД. Ну, печенька, ну и все. Как там могут РДД срывать? Там же одни милики бьют. Вот рыба. Без вот этой залупы. Эй, я как сдох, блять, я уже удалил. Как сдох Эй? Фанатика сорвал. Это пиздец. Эй, а ты тут? Братан. Вроде объясняешь, нихуя не это самое. Блин, да, этот. Вот смотри, со звезды уходит приверженец. Ты его зергаешь. Как ты можешь до того, как ты зергнешь его, сорвать фанатика? Я вообще не понимаю. Как так? Лингрен... Я метеор кинул, и он побежал на меня. Этот. Давайте ханты вас распределим, блядь. Чё, тут Геншин там зашел? Мне показалось. Твоя первоначальная задача... Убивать приверженца, а не фанатика или кого-то. Вот смотрите, да. Этот самый триатлон, нахуй. С черепа напуливаешь фанатика на Лингрена, а Давакин с крестика фанатика на Лингрена. И когда вообще на второй фазе трэш будем бить, три моба выходят, вы вдвоем, ну, сразу начинаете напуливать на Лингрена. Роги сидят на боссе, напуливают на ДКшника. Вот это не проебите. Каждый выход трэша вы должны напулить фанатиков, блять. Их двое выходят со стороны звезды. Чтобы ему проще было агро набирать в пачке. Приверженность зергается, там пиздец, он ему тарелку кидает, он зергается, блять, падает. Потом ему на двух. Печеньки, кто стоит? На связи? На печеньке? Мы на связи стоим. Он... Я буду бегать на пулю тогда туда. Бля, не знаю зачем. Тут приверженец с ромбика выходит. Из треугольника. Меняются они, либо приверженность, либо... Если фанатик идет, видишь, это в треугольнике, то кидаешь просто ЛПшки в него. Если идет приверженец, вот тут ты стоишь, даешь грипп, и он начинает кастовать. Сначала ему сбиваешь каст заморозка разума, потом уже подводишь. Потому что он, когда сбиваешь каст, пару секунд ходит.
По-моему, я тебе уже объяснял это на каком-то РТ. Да-да, я так и делал. И твоя приоритетная цель, это если с треугольника фанатик вышел, ты прям все огромное, прям забиваешь хуй на приверженца, он никого не шотнет. И, ну, его бьют. Вот, и на фанатике агро набираешь. Ну, а милики, смотрите, там подъебало фанатику, не забегайте. И когда босса переводить начинаем, перехватывай с меня фанатика. Или как-то зергайте его быстрее. ШПшники там, вот когда мы стопаем, блядь, у этого фанатика зергайте, который в кружке, чтобы я освободился, пошел босса агро набирать. Рарник тут. Рарника нет. А, пристабав. Спасибо. Гравист. Радикону то поконтрольте, пофиряйте, что-то сделайте, чтобы он не убил никого. Угу. Еще обновите, по-моему, стан какой-то дайте ему. Сейчас разъебет пол рейда, блядь. По боссу хуярим сейчас сильно, прям еще секунд 5, пока трэш выйдет, будем после этого трэша переводить. Трэш зергаем сейчас. Все поверните, зергните. ШПшники тоже фанатика ебаните, которого просил. Контроль, контроль, контроль. Контроль и по боссу. По боссу играем. Забери. Все, по боссу весь рейд забили. На остатки трэша. По боссу хуярим. Вадикон, рез и седжу. Сильнее, сильнее по боссу. Нету, лям. Нету реза. 5 секунд трэш. Давайте лям переводим. 2 секунды. Блять, 2 три пачки. Три пачки. Три пачки вышло. Ложимся. Spirits. Ну попробуйте залить, может получится. Давай попробуем. Пока хилят. А уешьте трэш. Расфиряйте контроль людей, дайте. Пока не зыбку дал. Блин, а я гинус дал. Да не, ложитесь, не, пизду. Духов даже не смотрите. Я в эфире к нему прибежал. Такая же фигня. Кто-то не подконтролил, нас фернули. Ну, я фернул вас, потому что меня не законтролили. Мы прибежали, там прямо в нас дух появился. Кучу вставайте, там не бегайте, вот это на лестницах там не стойте, чтобы быстрее босс вейдился. И кто тело покидает, не покидайте тело, в инс не заходите. У вас будет зависнет игра, блять, полчаса будем ждать сейчас. Всегда ждите, когда босс исчезнет, вейдится. Все, заходите. Надо было все-таки стопнуть.
Угу. Что привело тебя сюда? Третий трай, последний. Разминка кончилась. Ну чё хукмастер с ДПСом у тебя? Ты леди не бьёшь, что ли? Так долго трэш живёт, что ты не бьёшь её? Почему Хурюк бьёт, а ты не бьёшь? Хурюк меньше в трэш играет? Да вроде нет. Играйте посерьёзнее как-то. Здесь, ну, это не однозадачная хуйня. Надо и по боссу играть, и трэш хуярить. Надо бегать, крутиться. Это Гера, блядь, здесь надо серьезно играть. А не на расслабоне. Холи дринк. И я готов. Да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Два приверженца там. Ханты, помогите в кружке автоатакой. Да. По двум приверженцам. Контролем. Не убейте своих. Призван незаконтроленный. А там какая-то жаба на нем. Так. Стопайте дамаг, подождем трэш. Сейчас дотки до ляма добьют. 5 секунд трэш. Стопнули, отошли от босса. Сейчас трэш зергаем быстро. Уже после переводить будем. Ты
целую по контролю. Понял, бодикон на контроль. Все, заберешь фанатика. Все, переводите босса в фулл ДПС. Тут еще сейчас трэш выйдет. На пул, на войда. Трэш. Трэш сразу идите, зергайте. Духи и трэш. Spirits. Духи появились в центре, ушли от них. Spirits. На пулу это, отбегаем духи возле леди. Ебанут меня. Убейте рарника, блядь. Обновите вихрь. Но на... В центре дух, но на связи напуливаем. Рарника захил. Дух Мелизону. И новые сейчас появятся. Незыбку отдавай на связи. Бежим, Мелизона, бежим, сука, на нас дух летит. Вот беги. На нас связи напуливаем. Духи. Ебать, меня что ли летел, непонятно. Сейчас следующие духи. В трэше появились духи. Бежим. Бежим, бежим. Раиса за контакт. Шектор, там массакрус дашь? Все, следующие напылы. 10 секунд не напуливайте, и потом через 10 секунд на войду. Ну и Лингрен тоже там прожимочку сдашь. Дух в центре, смотрите, в центр два духа летят. Все, на войду напуливайте. Бежим. Духи, бежим, духи, бежим. Контролим. Сову контрольте. Ну, Хокмастер. Брожен сдох. Вставалку юзай и захильте его. Ставь тотем. Пэса на ману. Не бегай ты, не дрочись, блять. Стой, стой, бей босса. Духи, босса идут. Убегаем. Еще в центре два духа стоит. Уходим с центра, разбегаемся. Возле трэш. Кружка трэш. Помогайте трэш, РДДшники. Дух прям здесь возле лестницы. Будет. Уходим, уходим, духи на трэш летят. Ну сука, уёбки! Вы что, дауны? МК. Пиздец. Бежим, духи. Ностальгия Шектора весы. Призн, вставай, захиливайте его. Духи, бежим. Не хлопайте духов, нахуй, иначе тут не убить. И у кого еще? Вадикон, ресы. Ну, сед же ресы. На лестнице. Захилить сразу сед же, захилить. Алло. Каску, лапу, пристабаф обновляем. Спирец. В центре два духа, съебались. Дай бог хлопните, блядь. БР нету? Провести есть кого боялись. Пока подожди. Бежим, духи. Дал мне зыбку. Бежим. Рарник бежит, сейчас убивать будет. Контрольте рарника. Вихрь по рарнику не вижу вообще, нахуй, ни от кого. Вот он есть. Духи, бежим. Не зыбку по КД, на связи отдавай. Кто там сдох? Полидринк и хант, и биг дым. Прошу, помоги. Так, рви стресс и биг дэма. Это последний БР, не проебитесь. Это захилить биг дэма. Ну быстрее хилы. Все, фул баф обновляем и играем. Контрольте, расфиряйте людей. На войды напуливаем. Бежим, главное духа не хлопайте. До берсы еще 3 минуты, хуярим. Духи побежали. По шалфиру какую-то сальву дайте, там есть кто-то умный вообще в рейде. Агро видите? Вот. Бей трэш тогда, шалфир. Звездочки помогаем, трэш. Еще, еще два. Курюк тоже трэш. Контрольте, расфиряйте людей.
по КД прожимочки даем. Шектора не зергните. Звезде помогите, трэш, дальше босса хуярим. Spirits. Еще один в дух прям под боссом. Бежим. Бежим от него. Я люблю щиты с дух. Ну похуй. Это помогаем подхиливаться, если что, если рейд просядет. Все тотемы на ману ставьте. И шалфир на ману, ибо не гибнет. В безопасном месте где-то. Последний трэш сейчас добьем, будем босса добивать. В это, в леди прям. Ну блять, ну вы пиздец, хукмастер нахуй дрочишь что ли, или че, блять? Дух возле лестницы. Трэш последний, вот это добиваем и пробуем босса доигрывать. Контрольте людей. Один возле лестницы, один в центре дух. Там если рейд, вот возле леди дух, бежим. Трэш, помогите добить. Вы, сука, невменяемый, что ли? Вы будете бить трэш? Я же говорю, в кружке убейте трэш и босса здесь доигрываем. Вы пиздец, дух прям в трэше, бежим отсюда. Разъебываем. На хп дайте кто-то гимн. И прожимочки по КД. Вот последний. Все, дух, бежим отсюда. Все, просто босса играем 6 лямов. У нас минута целая есть. Это более чем достаточно. Духа только не хлопните, блять. Иначе, блять, пизда вам будет. Контрольте людей. И босса играем. Духи в центре. Контрольте, быстрее хильтесь. На связи дотанчивает. Незыбку там отдавай по КД. В танка сложила на трэше. Войско давайте, хурюк, хукмастер. Войско все давайте, примораживайте трэш. 4 ляма по боссу играйте. Вы будете босса бить, сука, сегодня или нет? Ну бейте быстрее, хуярьте его, 3 ляма. Spirits. Трэш хилов убивает. Спирит. $800,000 добивайте, там баблы прожимайте, любую хуйню. Spirits. Тучки. Пиздец, калечная залупа, нахуй. Это все из-за того, что какие-то уёбки хлопают духов. Могу назвать. Кто там первого хлопнул, кто второго, блядь. Не считаю, это самый уверенный килл леди был. Ну да, блядь. Вот смотри. Водикон, люблю щиты, хлопнули. Там где-то посередине. Но первого духа взорвал, сейчас скажу. Там 5 человек отвалилось. Ага, блядь, даже у меня не записалось столько, нахуй, там столько сообщений. Шектор, блядь, выруби этот аддон, это пиздец, он не заслуживает, все. Топа был. По-моему, топа был. Блядь, взорвал. Топа первый был, да. Короче, блядь, ну, нет слов просто, нахуй. Надеюсь, вы, ну, после того, как духа хлопаете, вы понимаете, что это хуёво, и в следующий раз не хлопните уже. Ты хлопнул, видишь, даже люди не знают, что хлопнули. А это за ГП или кому это? Посох. А это? Это... Не за ГП. Ну, типа, есть на него очередь? Рейсните, ага. Так, ну, у меня там... Да можно встать и бежать. Эя, да, вставайте, хули вы, блядь. Этот, Эя и Шалфир. Кому с вас давать? Ну я попробовал бы собрать, может быть, с пугарей. Шалферу тогда давать. Я так. А еще ПСа есть. А, подожди, ПСа получал. Ну, Зубраджин и Бенстиллер. Бенстиллер еще есть. Бенстиллер ты будешь собирать? Или Шалфер? Ну, если это... Шалфер первее был, типа, пусть собирает. А, ну. В гильдии раньше, раз я не там. Шалфер это твин, а это мейн. А, да. Это твин у него? Ну да. Который 20к дает, блядь. Который керкует. Ну я хозяек. Вообще... Если он им играет регулярно. Ну вот вы про ДС спросите, 25 есть у кого-нибудь? Или возможность купить их есть? Ну кому? Я сейчас ДС по 6500. Кто... Да, по 6500. Кто быстрее с вас будет собирать, подумайте. Ну я, может быть, просто поводил бы пуга 8 боссов. Ладно, ну, я боссов. Тебе закидываю там. Успейся. Дальше думайте там. Успеете еще, каждую неделю убиваем. Так, это распыл, я так понимаю. А, это надо. Бидон тебе надо, это говно? Он пишет, случайно нажал. А.
Так, штаны на ханта. И хантам не надо, блять. А если хантам не надо, закидываю воину, я себе на армса возьму, что найти. С синдры 10 гер не выбил, такую хуйню получится. Сука. Так, что там, блять? Так. Ну, наручи. Рвист 50 нажимает. У него как раз такие боешные. 10? Ну, тогда Эйя выше. Так, ну... Получается, что, Лингрен в ДД, что ли? Могу в ДД. Ну да, тут выхода нету. Так, а тут мобы не убитые. Или моб один. Не знаю. Ни на ком вроде ара нет. Ну, он стоял в начале. Кастовал. Это... А, он будет сейчас кастовать, блядь. Ладно, вы там постойте на корабле, я тут пока моба убью. Тут маг-колдун какой-то с усмирителя небес. Он меня хуярит. Где ты его взял? Да вот он еще штандарты ставит какие-то. Бля, мы там всех залили вроде. Или кто-то не туда завернул нахуй с агром. Не знаю, я проходил, он стоял один. Штандарт поставил. Так, ну на связи на нашем корабле останешься. Здравствуйте. Здорово. Вы чё, резку хэм пронесли уже? Да. Сколько вайпов? РСК, по-моему, 2. Лича с первого. Блин, задроты на. Ты ревностку забрал. Вот равняйтесь на челиков. Они все знают, что как убивать. Тактики, наверное, читали. И не только, говорит. И не еще только. И присутствовали. Ну. Боевой корабль Альянса. Все на палубу. 5, 4, 3, 2, 1. Бафните пушки. Все, можете туда лететь, там танчу. Орудия не сидят в одном. Сядьте в одном. Давакин, ты вот садился, я видел. А сейчас что у тебя за проблема, блять? Объясни мне. Вылетел, может, он? Он топа сел. Меня скинуло, я понял. Прослакал.
Ракета тебе на что ранец дается, чтобы ты, блядь, вернулся от взрыва. А вообще лучше под взрыв не вставать. Это совсем не бьете. Дэм, там будешь поближе, крикни на ХП. Пидорас, блять, обновил в последнюю секунду, нахуй. Мудак, блять. Почти скинулось, там секунду оставалось. Ну, короче, 50 стаков, смотрите, хилы сейчас уже посильнее начинайте хилить. Водикон по не люблю, залей инер. Бидон ставь тотем, пса на ману прочитай. Зубы рано, конечно. Кильте хорошенько, исповедь хуярь там, ага. Молитва восстановления, щиток. Еще два мага, наверное, или один. Зубраджин, давай волны подключай, что ты с фуловой маной стоишь, блядь. Давай волны по мне хуяль. О, чтоб я прям пиздец. Нихуя там прошибает. Хуярьте мага. Этот холи дринк, ебани каплю и по себе бабл дай. Я так сдохну нахуй. Два уйдем. Да не. Шектор, давай там массакру. Каплю, бабл. Последний маг еще, блин, через 10 секунд только. Ну хуй знает, давай Лингрен тоже. По мне. О, все, сдох. Улетайте оттуда. Пускай скинет стаки. Улетайте, улетайте. То он всех убьет сейчас. Пускай скинет. Вот сейчас 10 секунд постойте. Так, 6, 5. И этот на связи прилети туда. Сейчас через секунду. Все, лети, забери Бородина. Ну и все, добивайте. $85,000. Это под сколько у него было? 60 с чем-то, блин, никто не помнит. 85 тысяч, ну вообще жестко. Потом... Я тебе дал вообще все. Даже чарки ТГшные все дал тебе. Там шот просто был, блядь. Ну да, не говори, но Мурадина не смог выдержать.
Такс. На ханта, говоришь, заебись эту хуйню, да? Точно тянуть? Ты прям можешь? А кто может приглашать? Дичь. Да, армейцы вроде должны. А я что не могу? Не знаю, да должен. Сейчас, наверное, забагалось. Может, забагалось что-то. Скиньте ему консулу и поставьте. А, о, все, все, все. А, нет, не могу. Так. Ну, Зубраджин в Элема тогда, чё, пускай в 4 похилят. Пускай 4. Так, чё, вот рыба. Да через один. Да, в Элема как раз, потому что СПДшка нету от лока. Хоть 300 СПД. Может? Ты можешь это? Готов ранг. Так, запускаем. Стоит. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте на чеку! Дэк только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону и вместе... Интересно, сколько у нас ДПС? 350? Ну, 360, ладно. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Гера сразу будет, да? Да. Первые напугы на это, на Войда. Дайте все бафы, какого-то бафа не хватает. Что-то поменяли, да, мобы стали убивать. Да-да-да. Значит, мобов побыстрее убивайте. Вот жрец и Шектора. Ну, значит, напуливайте мобов. Инерки по нему закиньте, совы. По Шектору. Убав, каскулат, пристабав. На трэш на пол оставляем.
Встаньте мобов в Фредрике. Станом точечным. Короче, посерьезнее с трэшем, потому что он убивает. Частицу лучше на бидона перебрось. А цепуха и ностальгию захилят в мелизоне. Бидон ставь тотем. Шелфир давай на ману. Зубраджин тотем, не люблю на ману. Ностальгия Иннер. Откуда у него тотем? А я забыл, да. Ностальгия Иннер по не люблю, дай. Тогда. Так. Ты в мелизоне стоишь, да? Ты поэтому стреляешь? Да. Красавчик. Че они такие злые стали? Шелфир, да? На... Кто злой? Шелфир на хп давай. Ты эти, на мало. Связи не зыбку давай. Ну видишь, больше бьют, и два раза уже сдох. Не мог отойти. Просто больше бьют физухой, как и должны. Так. О, нифига. Упало все-таки. Упал жрец лок. Да ладно. Это целкашная печенька на героическое? Ну да. Блин, надо было за рогу. Взять ее. Какой бы жестокой ни была битва, ты заберешь еще. Так, что это, покоритель? Пояс. Хаст МП5. Сейчас урон скину. У меня 380 показывает. Почти 390 показывает. Погнали дальше. Чего вы стоите в прострации? Пошли.